Мы здесь на Белом море. Чеграши. Здорово. Сейчас пойдем вокруг острова, прогуляемся. Прям полностью остров обойдем. И посмотрим, что у нас тут есть интересного. Первое интересное, что у нас тут есть. У нас тут птица живет. Да. Вот здесь она живет. Ее нельзя беспокоить, потому что у нее птенцы. Или яйца, не знаю. Вот тут у нас изба такая. Ее построили хрен знает сколько лет назад. Она охраняется этим ЮНЕСКО, там, да? Каким-то, там какими-то еще инстанциями, и зимой не запирается. Но иногда туристы приезжают и ведут себя некрасиво, ну там, что-нибудь портят. Ну ладно, это все ерунда. А вы знаете, почему я в пуховике? Ну ладно, скажу вам, так уж и быть. У нас сегодня третий день, когда светит солнышко и нету ветра. И когда нету ветра и светит солнышко, обычно летают комары и кусают. Очень комарина, да, и поэтому... слепнёва, и мошкова. Поэтому мошка, вот комары, слепня. Вечером можно надеть пуховик, уже не так жарко, но зато не кусают. Всякая мразь нас жрет тут постоянно. Когда обычно здесь плохая погода, дождливо, ветрено. Холодно очень, потому что это север за полярным кругом, но иногда бывает такая погода, вот сегодня мы загорали, даже купаться неохота, холодно. Полукупались. Так, чуть-чуть заходили в воду. У нас есть автономное электричество, аккумулятор, контроллер, все на соплях, но потом мы будем уже, когда вокруг острова совсем обходить, я покажу, генератор у нас тут есть. Вот это у нас статуй. Между вот этими двумя островами периодически открывается вот во время отлива там проход. Можно пройти на соседний остров. Отлив-прилив 2 цикла в сутки. Отлив-прилив, отлив-прилив. В сутки происходит 4 смены воды. Рыба, треска, навага, селедка, камбала, зубатка. Вся она живет в море, ловится по-разному. Ну, в основном треска. Больше всего ловим треску, остальная рыба ловится редко и сложно. Здесь очень много разной растительности, она очень милая. Вот такие мхи всякие тут растут. Вот. Сейчас они сухие, и за последние несколько дней мох высох и стал ломким. Если на него нажать, он сломается и рассыпется вот так вот. Мы стараемся этого не делать, специально не ломать мох, потому что он долго достаточно вырастает, но его тут просто до хрена, этого мха. Вот, а мы стараемся по мху так особо не топтать. Да, ходить здесь, по тропинкам. Здесь тропинки. То есть вот здесь вот тень, но здесь никогда солнца прямого не бывает, поэтому ягоды вообще не вырастают. Вот такие они малюсенькие. А так вообще брусника достаточно урожайная. То есть тут можно набрать реально мешками эту бруснику. Еще вот такое растение с черными невкусными ягодками. Они несъедобные. И вот этого брусники и вот этого вот в лесу больше всего. Это банька наша. Она была построена хрен знает когда, я не помню. Я не помню тех времен, когда она была построена. Я здесь 25 лет провел. Ну, не все время, конечно, а так, наездами. Банька крайне простая. В этом году сделали электричество. Ну, и ясное дело, что никакого электричества реально нет. То есть есть проводка, нужно принести генератор. Вот сюда ставится генератор. Подключается к нему эта розетка, и есть электричество. Генератор мега экономичный,
И стакана бензина хватает нам на 2 часа работы. Да, и баньку можно растопить до очень хорошей температуры. Прям будешь потеть нормально, как положено. Вот дальше бани обычно среднестатистически отдыхающий на острове не ходит. Дальше бани туда ходим только мы с Таней за водой. Там у нас вода. Ну, вода есть еще в другом месте, еще ближе к дому, но там самая лучшая вода, чистая. Но до нее далеко идти. Пойдем вот прям вот в наглую по лесу, там покажем кривое дерево. Такая безмятежность, как сегодня. Тишина, отсутствие ветра, дождя и вот каких-то... Какой штиль, вот очень редко бывает. Сегодня уникальный день. И сегодня еще интересно то, что вот солнце в дымке в какой-то. А так вообще бывают реально солнечные дни. Вот сегодня первые полдня было очень солнечно. Опа! А потом немножечко вот такая дымка пришла. Да, вот смотрите, Иван-чай у нас тут есть, видите? Можно Иван-чая засушить. Ну его так мало, что беспонтово. Надо на другой остров куда-то ломиться за ним. Мы вчера с Пашей ходили по острову, и мне почему-то пришла в голову аналогия такая, что этот остров похож на музей. То есть тут как бы очень много всего, но оно в таких небольших количествах, действительно в миниатюрах, такое ощущение, как будто ты ходишь по музею, и ты, естественно, не хочешь как-то испортить экспонаты, поэтому ты со всем обращаешься довольно бережно. Прям в воде, в соленой растут. Вода очень соленая. Но менее соленая, чем в Черном море. Здесь нельзя стоять на одном месте вообще, поэтому мы будем двигаться постоянно. Иначе комары зажрут просто. Что-то на коноплю похоже. Но конопли здесь нет, а шмель. Смотрите. О, красавец. Муравьи тут адовые. Вообще адовые. Огромные, красные. Они очень агрессивны. Видите, как пальцем подставишь, они прям кусаются. Здесь какие-то животные живут. Всякие зайцы, зимой волки прибегают. Осенью медведи, лоси. Норка здесь живет. Вот, лисы бегают. Так что тут как бы есть животные, да. Остров, вот этот остров, который мы не скажем, как называется, он вообще площадью 4,4 гектара примерно. Ага. Но, и это, в общем-то, кажется не так-то уж и много, когда ты по нему гуляешь. Но несмотря на то, что он вроде бы небольшой, здесь такие есть животные. Мы их особо не наблюдаем, но мы вчера наблюдали какашки не то заячьи, не то норичьи. Вот. И кто из сентября тут приходит? Медведь, да? Ты говорил? Да, да. Тут медведи. Есть птички всякие. Вот это трава съедобная, она любисток называется, мы ее жрем. Тут другой травы нету, а какая-то зелень нужна. Нужно какой-то хлорофилл, нужно клетчатку грубую жрать. Ну, мы привозим капусту, свеклу, картошку. Вся еда привозная. Да. Ни грибов, ни ягод в этом году нету, только рыба. Вот это время, которое мы проводим здесь, это единственное, наверное, время в году, когда мы жрем все подряд, даже колбасу, да? Угу. Потом мы сейчас с вами дошли уже до самой восточной, получается, западной точки острова. Самой западной. А, меня еще знаешь, что здесь впечатляет? Ну вот сам факт, что этот остров практически состоит из камней. Естественно, тут деревья все равно растут, но корням мало где, можно так сказать. Корням трудно цепляться. Вон, видите, как корни в стороны расходятся. Тут нет почвы, тут вглубь не может дерево расти. И ты прям можешь видеть корневую структуру дерева. Да. И это очень интересно. Это очень прикольно. А сейчас мы вам покажем дерево. Супер кривое дерево. Вот сюда вообще никто никогда не ходит. Паучок, я не хочу. Сюда вообще никто никогда не ходит, но
Мы тут все излазили, естественно, ну, потому что я уже говорил, что я 25 лет сюда приезжаю. Ну, не мы, а скорее Паша. Это музейный наш экспонат, видите, какая береза удивительная. О, и это вот, она вот еще какая кривая. Вся узлами завязанная. Вот, это очень любопытно, почему так происходит. Пишите в комментариях, ставьте лайк за дерево. Подписка обязательно. Да, это Паша так шутит, потому что... Все это херня, забейте на это. Нет. Вот болото. Да. Тут, видите, следы. Это Таня натоптала. Этот мох, он весь мокрый, и у него очень длинные корни. Они в воде находятся. Вот если его вот так вот вынуть... Ух ты, вот, и этим мхом очень круто конопатить избу. Его прямо набирают много. Во, вот так вот. Много прям набирают. И специальной колотушкой так вот тык-тык-тык-тык в щели забивают. Он больше даже похож на водоросли, чем на мох. Да, это такой. Очень много видов мха всякого разного здесь. Вот это голубика. Вот. В этом году ягод нет вообще никаких. Вот они, смотрите, зелененькие. Сейчас я вам цветочек, на фоне цветочков покажу. Mm-hmm. Да, вот так тут происходит. Дерево подрастает, его ветром кладет, потому что у него корни не в почве, а они просто стелятся по скале. И оно продолжает расти вот в таком положении. А если его поднять? Не, не надо, ему ништяк. Ему так хорошо. А мы еще вам потом покажем дерево, которое растет удивительным образом. Вот по нему смотришь, ни за что бы не сказал, что оно живое. Оно живое. Да, вот можжевельник. Местные любят можжевеловую водку делать, настаивают ягодки можжевельника на спирту. Ну, я, правда, не понимаю этих развлечений. А если бы мы здесь встречали Новый год, я бы обязательно вот эту елочку нарядила. Слегка она красивая. Да ну, тут же по колено снега будет, как ты к ней ходить будешь? Но вообще идея мне нравится. А вот в этом проливе мы ловим рыбу часто. Ну, да. То есть, если мы идем ловить рыбу, то часто мы стоим в проливе. Мы наловили корзину и коробку. Ну, килограмм, наверное, 20 рыбы мы наловили тут вот на днях. И ели ее потом 4 дня, и даже запрет был на лов рыбы поставлен, потому что слишком много рыбы. Вот прям вот здесь вот буквально. На лодке вот тут встали на якорь и наловили. А волна была ужасная, я весь мокрый приехал. И в уши мне дуло. А Таня меня спасла, она мне шарфик повязала. Так, пошли. Девочки всегда так делают. Я считаю, что наш приезд несколько омрачил избыточное количество девайсов. Потому что все... Взяли генератор. Все вооружены какими-то планшетами, телефонами, всяким этим барахлом. И вообще нету от них спасения. Но я, конечно, понимаю, там есть неотложные дела некоторые по работе. Я даже телефон с собой не брала, и я вообще даже о нем не вспоминаю. Я даже в зеркало тут вообще не смотрю. Живешь тут дичью, короче. Вот мне это безумно нравится. 2 года назад, мы когда сюда приезжали, мы, по-моему, оба не пользовались телефоном вообще все время. Вообще нет. И это было прям такое погружение в эту природу. Просто обалденно. Да, здесь надо, здесь не надо брать сюда никакие электронные девайсы. Этот золотой корень называется. Почему он так называется, я не знаю. Еще кто-то говорил, что это женьшень, но это чушь полная. Никакой это не женьшень. Надо, так, надо, ребят, нам надо быстрее идти, потому что у нас батарейка будет садиться, а сменной у меня нет. Все здесь на острове сделано из топляка. Все здесь везде строится из топляка. Вон там, видите, навалы бревен. Это топляк. Это бревна, которые приносят морем. Вот такие скалы. А еще, вот если говорить о флоре и фауне, вот здесь можно иногда увидеть выныривающую из-под воды нерпу. Нерпу и белуху. И белуху, да. Белухи иногда устраивают тут концерты. Белухи ни разу не видела, поэтому просто как бы верю очевидцам. Да, но белухи есть, я вам отвечаю. Но нерпу я видела. Нерпа тупо отдыхала и ничего не подозревала. Ну, а мы подплыли к ней в упор, она увидела нас и сиранула, и нырнула сразу. Тут вот трещина такая большая, видите? Раньше мы ее использовали как холодильник.
Сейчас я покажу. Сейчас надо спуститься вниз. Еще интересно наблюдать остров во время отлива и во время прилива. Вчера, когда мы ходили, был отлив, да? Да. А сейчас прилив. Ну, в общем-то, уже тоже отливает, но вчера был такой сильный отлив. И, например, вот эти камни, вот куда Паша кидает мусор. Бумажка. Это бумажка. Он был полностью открыт, и мы там гуляли. Вода здесь опускается и поднимается примерно на 2 метра. 1,5-2. Да, это очень интересно. Меня тут постоянно посещают какие-то философские мысли и инсайты. Но мне не с кем им поделиться, потому что Паша уже все это давно пережил. Для него это очень большая скука. А я хожу и мучаюсь, поэтому изливаю все в свой дневник. Пресную воду мы берем отсюда. Она очень чистая. Можно пить. Мне этот остров еще нравится тем, ну вообще это острова вот эти, нравится тем, что здесь, ну как будто бы нельзя испачкаться. Ну, точнее, мало грязи здесь, так как здесь везде камни и мало земли, как таковой, почвы, то, ну, создается ощущение, что здесь все какое-то чистенькое. И мне это почему-то очень нравится. То есть, вот, например, если ты пойдешь через обычный лес какой-нибудь, да, там будет много земли, почвы. Ты об нее можешь испачкать сапоги. А здесь такого нет. То есть ты просто идешь по камню, на котором нарос мох, и все. Сегодня невероятно безмятежно. Редко такое бывает. Могла бы быть сцена какая-нибудь, да? Ну да. Для тебя. Ага. Давай, выступай. Во, смотрите, как прикольно. Был один камень, да, потом оп, жила другого камня идет. И она так прикольно идет, она туда в море уходит. И вот так вот так-так-так-так-так тянется. И уходит туда, назовем в скалу. Это место бутербродик. Да, это шоколадная начинка. Это слюда, вот это. Все. Смотрите, как она легко крошится. Блин, я хочу в руки взять. О. Ой, что это было? Водичка просто плещется. Вот такая вот она. Вон она вся слоистая, видите, смотрите. И она постоянно разрушается водой. Вот. Его умывает. Аккуратнее, там может быть скользко. Бегает по отвесным скалам. Да. А я пойду по низу. Офигенная просто геометрия. Сможешь показать? Круто, круто. Вообще. Угу. Это Иван-чай. Мха разного очень много видов. Не знаю, десятка два можно, наверное, насчитать. Еще здесь есть... Морошка. Сейчас покажу. Вот тут болотце небольшое. Вот это, вот эти вот листики, это морошка. Здесь очень такой крутой аромат стоит. Морошка любит вот такие болотистые места. И обычно она раньше всех дает ягоды, но в этом году лето реально началось только в середине июня, и поэтому ягод никаких нету. Ну, точнее, ягоды есть, но они не спелые. Сейчас я покажу. Найду. Так, во, ягодка морошки. Она еще совсем зеленая и твердая пока, но через 2 недельки она раскроется и будет сладенькая. А еще через недельку она будет немножко такая... как бы пьяная. То есть ее ешь и чувствуется, как будто там алкоголь. Как будто. Это я здесь рыбу вялю. Треска вялится у нас.
Я здесь, Танюша. Это купальный мыс. Здесь мы купаемся иногда. В этом году я не купался, мне что-то холодно стало. Раньше я каждый год купался, когда была теплая погода. Вот. Вот тут мы сегодня валялись. Сейчас покажу, как мы валялись. Вот так. На солнышке. Хорошо было. Вот так валялись. Рыбу Паша классную засолил. Навялил. Что-то она как-то пахнет. Нормуль? Да, она как-то с душком. Не, нормально. Очень странное дерево. Что мы тут делаем? Мы тут живем как на даче. Сначала мы готовим все для жизни, таскаем воду, чиним крышу, чтобы она не текла, таскаем дрова с другого острова, ловим рыбу, вялим там ее, жарим, тушим. А потом просто как овощи живем здесь и все. Ничего не делаем, бездельничаем. Кто-то в планшеты играет, кто-то книжки читает, кто-то просто шатается. А у меня здесь огород. Вот я сегодня полдня копал, вот такой вот кусочек земли вскопал. Здесь у меня огород. Я посадил лепесток, вот, чтобы его было больше. Мы из него салаты делаем. Вот. Здесь у нас тоже огород, но здесь деревья растут. Чтобы дом не было видно с воды. Здесь у нас мастерская. Есть все, что надо. Дом летний. Зимой в нем никто не живет, поэтому окна однослойные. О, на, кушай. Бензика нам обычно хватает 60 литров где-то. Для лодки, там, для бензопилы. Здесь у нас тоже мастерская. Тут, ну, иногда бывает много народу. Поэтому две избы. В этот раз немного. Вот. А, пойдем покажем это. Как дерево спасли. Одно дерево спасли. Mm-hmm. Оно хотело рухнуть. А его спасли. Наложили ему камней на корни. Вот. Сколько тебе было лет, когда вы спасали? Ой, мне было лет 9. Это что? Да. Сюда натаскали камней кучу и накидали на корни, чтобы дерево не упало. Ой, оно все такое мхом заросшее. Красиво, да? Угу. Круто. Да, очень красиво смотрится. Вот, ребят, все. Вот такой у нас островок. Здесь мы бездельничаем. Надеюсь, вам было интересно. Можно на катер сесть, поплавать вокруг, путешествовать. Хочешь? Да. Сейчас? Да. Прямо сейчас? Да. На полном серьезе? Да. Вань! Короче, ребята, мега медузное место. Медузный кисель прям-таки.
Они тут прям каким-то каналом, их тут дофигища. И они в определенном месте начинаются и в определенном заканчиваются. Смотрите, я подцепила одну. Лодку не кидай. Я отпускаю. Дофига медуз. А у меня в руках она живая. Блин, она сама откололась. Я не хотел ее отколоть, честно. Вон их сколько. А, слушай, с твоей не бойся, не бойся. Да? Да, быстрей. Медузовая варева. О, сколько медуз. Ставьте лайки, подписывайтесь. А также пишите репосты в комментариях. Я нашла трех. Главное, ставьте лайки и подписывайтесь. Хлопаем в ладоши. Все, пока. Я нашла трех.